Ярмарка вакансий для выпускников заведений начального, среднего, профессионального и высшего образования состоялась накануне в Центре занятости населения. На Ангарской бирже труда такие мероприятия не редкость, вот только эта категория ищущих работу продолжает оставаться наименее активной. Дипломированные специалисты, не имеющие опыта работы, зачастую предъявляют повышенные требования к своему первому рабочему месту. Сегодня у нас 20 организаций представляют свои вакансии. Вакансии разного профиля, начиная от начального образования профессионального, то есть это слесари, это сварщики, токари, и высшее образование – это инженеры, менеджеры, бухгалтера, экономисты. Сегодня представлено, наверное, очень много предприятий, небольших, крупных, которые подбирают себе выпускников, готовы взять выпускников. Выпускников сегодня очень мало на ярмарке вакансий. Вы, наверное, заметили, что у нас очень мало сегодня выпускников. Пока сколько не знаю, посчитаем сегодня до конца дня, но очень мало видно. Сегодня официально безработными на Ангарской бирже труда признаны 67 выпускников. Средняя заработная плата, которую предприятия предложили соискателям, от 6 до 20 тысяч рублей.